Привет, дорогие подписчики и гости! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы с вами приготовим салат «Шуба», или, как мы привыкли его называть, «Селедка под шубой». Мы подготовили продукты, список которых вы можете найти в описании. Для начала надо подготовить все ингредиенты. Лук нарежем мелкими кубиками, высыпем в небольшую глубокую посуду, зальем кипятком и добавим 1 столовую ложку уксуса 9% и оставим мариноваться на 5 минут. Слить воду и промыть. Рыбу мы предварительно очистили от кожуры и косточек и нарезаем ее кубиками. Отваренные и очищенные овощи, картофель, морковь и свеклу натираем на крупную терку. Вареные яйца вкрутую натираем тоже на крупную терку. Итак, начнем заправлять наш салат. На дно формы выложим рыбу. И покроем ее луком. Смазываем майонезом. И укладываем картофель. Немножко присолим и перемажем майонезом. Теперь выложим морковь и тоже перемажем майонезом. На следующий слой выложим яйца и майонез. Последним слоем выложим свеклу и перемажем майонезом. Можно украсить тертым желтком и зеленью. Вот такая порционочка у нас получилась. Можно сделать как порционки, так и большое блюдо. Украсим тоже желтком и зеленью.
Салат «Селедка под шубой» – это любимый праздничный салат. Готовьте его с удовольствием. Смотрите мои видео и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!